Депутаты Госсовета направят в этом году главе КОМИ 34 вопроса, которые должны будут раскрыть состояние дел в регионе. Это в два раза больше, чем годом ранее. Ответы лягут в основу ежегодного отчета с результатами о проделанной работе. Уже известно, что в первую очередь парламентариев интересуют темы бюджета, капремонта, экономики региона, развития промышленности. Среди частностей строительство нового аэропорта в Сыктывкаре, судьба Интауглия и санатория Серегово, а также наше обязательство по реконструкции республиканского стадиона для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. Особенностью этого отчета впервые станет законодательная возможность для депутатов задавать вопросы губернатору и высказываться о деятельности правительства. Прежний регламент не предусматривал возможности обсуждения. Напомним, в этом году с аналогичным докладом об итогах 17-го и на планах на 18-й Сергей Гапликов выступал 19 апреля. Скорее всего, в эти сроки пройдет и новое событие.